Светлана Антонова проснулась знаменитой после главной роли в популярном отечественном боевике «Охота на пиранью» в 2006 году. Актрисой девушка стала благодаря старшей сестре известной актрисе Наталье Антоновой. Наталья – первая из их неактерской семьи, где отец был военным, а мама – педагогом, проложила путь в эту профессию. Воодушевленная примером Натальи, Светлана вслед за ней отправилась покорять театральные вузы и поступила в «Щуку», которую к тому времени окончила сестра. Сегодня в фильмографии Светланы уже свыше 60 работ в популярных проектах. Кроме этого, она более 10 лет отдала театру сатиры, была вынуждена уйти из-за нехватки времени на съемки и свою семью, но до сих пор с любовью вспоминает этот период своей жизни. Студентка «Щуки», она закрутила роман с другим будущим актером Олегом Долиным. Он был сыном известной поэтессы и барда Вероники Долиной. 20 лет она вышла за него замуж, а в 23 года родила дочь Марию. Примечательно, что после рождения дочки она поправилась на 20 с лишним килограммов, но сумела быстро привести себя в порядок и уже через полгода снималась в «Охоте на пиранью». Их пара считалась одной из самых красивых и крепких в актерском мире, но через несколько лет Светлана узнала, что у мужа появилась другая, и они развелись. Удар оказался для нее настолько болезненным, что общаться с бывшим мужем она смогла лишь спустя 10 лет. Вскоре после развода она пришла на пробу на главную роль в новый проект сериал «Воронины», так полюбившись российским зрителям. Сначала ее утвердили, и была даже снята пилотная серия, где она в образе Веры Ворониной. Но, по словам актрисы, что-то не сложилось. Но зато этот проект принес счастливые перемены в личной жизни. На съемочной площадке у нее закрутился роман с режиссером Александром Жигалкиным. Он был старше ее на 12 лет, был трижды разведен. От прежних браков у него росли две дочери. Однако эта история закончилась для них свадьбой и большой дружной семьей. В 2012 году у супругов родилась дочь Таисия, в 2016 – сын Арсений. Вместе Александр и Светлана живут почти 10 лет. У обоих супругов сложились прекрасные отношения с детьми друг друга от прежних браков. В последнее время актриса в своих приоритетах ставит семью на первое место, поэтому предложение о съемках рассматривает при условии, что ей не придется надолго уезжать в длительные экспедиции от любимых детей и мужа. Вам нравится эта актриса? Пишите свои мысли в комментариях.